Вятские старости. В этот день 100 лет назад вятские газеты писали. Автомобили в губернии только начали появляться, но случались несчастья на дорогах и с теми, кто предпочитал ездить на лошадях. Подробности в газете «Северное слово». Вчера вечером по Пятницкой улице спешили пожарные, которым на углу Николаевской встретился священник, ехавший на лошади без кучера. Его лошадь, испугавшись, так быстро бросилась в сторону, что перевернула экипаж. Только случай спас священника, и он не попал под копыта, но перепугался так, что несколько времени не мог ни дух перевести, ни слова сказать. Испуганную лошадь вскоре задержали. 100 лет назад вызывало недоумение появление в Вятской губернии многочисленных новых средств массовой информации. Вятская речь так отметила этот факт. В губернии наблюдается настоящая газетная эпидемия. То и дело слышишь о возникающих новых изданиях. Появился Камско-Чепецкий край, Глазовская речь, и все это в одном городе. Теперь прикамская жизнь передает еще слух, что в Уржуме владелец типографии Черемшанский подумывает об издании газеты и в этом городе. Словом, кругом пресса. В наши дни в Вятку приезжает большое количество столичных и зарубежных артистов. Бывали знаменитости в губернии и 100 лет назад. Кого видали и чьи спектакли смотрели ветчане, писала газета «Северные слова». В четверг состоялась вторая гастроль артиста-трансформатора Франкарди. Спектакль прошел при большом смехе публики, с интересом следившей за быстрыми переодеваниями артиста. Артисту наиболее удаются имитации знаменитостей, как то Листа, Римского-Корсакова, Штрауса и особенно Зяльцевой. В пьесах он тоже интересен, да и исполнение не похоже на балаган. Успех у достопочтенной многочисленной публики господин Франкарди имел большой. Вятские старости. Новости из прошлых столетий.